слушать, а можешь виснуть. У тебя есть выбор, шить или в лицо выстрелить. В моих текстах нет геймста пресного, бесполезного, интересного, только торчам и нытикам. Я насущим и срущих на истину бесов колым в сердце здесь этой песни. Спасибо, если есть хоть один, кто слышит. Спасибо, если есть хоть один, кто верит. Я долго вынашивал внутри эти мысли, записки в карманах исчерканы, письма, может быть, ниоткуда, может быть, в никуда. Но это ведь гложет, может, поможет позже, и не останется ничего внутри, как выжжено. И нет дела нам друг до друга, мы чужие. Небо, помоги нам стать на немного добрее.